Здравствуйте. Эфир Своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегида. И вот главная тема. Горы, снег и промышленность. Как запустить свою производственную линию даже с минимальным капиталом? О мерах господдержки говорили в Архизе. Никита Шишков прямиком с горных вершин. Аграрная весна на Ставрополе наступила даже раньше календарной. Уже вовсю идет сев яровых. Как он проходит? Весенний день, который весь год накормить должен, расскажет Леонид Нечепуренко. Поменялись местами с детьми. Ставропольские родители сдали ЕГЭ. Успешно ли все прошло, узнавала Кира Рогожина. Теперь подробнее об этих и других событиях. Запустить свое производство и получить поддержку. В Архизе в эти дни говорят сложным техническим языком. Но речь идет не о строительстве новых горнолыжных трасс, а о промышленности. Федеральный Минпромторг провел серию образовательных лекций для предпринимателей и представителей региональных властей о том, как расширить свое производство и потратить при этом минимум средств. Никита Шишков тоже вник в винтики этого механизма. Вместо кабинетов с круглыми столами – горное ущелье с фуникулером, а вместо строгих деловых костюмов – костюмы яркие и горнолыжные. Хотя, конечно, покататься участникам лекции вряд ли посчастливится, у них другой вопрос – как покорить вершины бизнеса и оседлать его величество рынок. Тем более судьба предпринимателя может быть покруче любого склона Кавказского хребта. Взять вот Александра Крутина из Ставрополя. Его фирма изобретает и производит печи для обжарки кофейных зерен, семечек и других сыпучих продуктов. И эти машины пришлись по нраву даже американским бариста. Как говорит сам бизнесмен-конструктор, в каждой третьей кофейне Нью-Йорка стоит его аппарат. Если ты не в выставках, то ты не в бизнесе. Да, помощь мы, конечно, получаем непосредственно. То есть мы получаем займы 1%. И за счет этого можем покупать современное оборудование, как вот аппараты лазерно-резки металла у нас сейчас. Дальше оборудование для ЧПУшной гибки. Сейчас будем обрабатывающие центры будем покупать. Кстати, о международных выставках. Для участия в них тоже можно получить субсидии от Минпромторга. Ведь даже перевозка стендов может влететь в немалую копеечку. На экспорт вообще сегодня обращено большое внимание. Налоговые льготы, субсидии или займы можно получить, например, для модернизации цехов и покупки нового оборудования. Об этом в формате кратких лекций со сцены. К слову, курирует образовательную работу бывший министр промышленности Ставрополья Виталий Хаценко, ныне глава одного из департаментов Федерального Минпромторга. Это геостратегическая территория. Все 7 субъектов СКФО республики и Ставропольский край входят в стратегию пространственного развития. Ориентируемся на бизнес. От бизнеса много вопросов поступает. Это очень важно, когда не просто бизнес слушает и там, записывает, а когда есть реакция. И вот именно так построены тематические сессии. Помогает бизнесменам и на краевом уровне. Субсидии получают промышленные кластеры. Сразу в нескольких городах развиваются технопарки, своеобразные общежития для производителей под одной крышей и на льготных условиях. Деньги на замену оборудования под низкий процент выдает краевой фонд развития промышленности. Предоставляет для инвестиционных проектов и промышленных предприятий льготный займ от 1 до 5%. С 2018 года было поддержано 10 проектов на общую сумму более 390 миллионов рублей. Это позволило создать 73 высокопроизводительных рабочих места, увеличить налоговые поступления в бюджет различных уровней около 500 миллионов рублей и привлечь средства инвесторов около 500 миллионов рублей. Узнать полный список мер господдержки можно на сайтах краевого Минпрома и федерального Минпромторга. А за сильную и передовую индустрию Никита Шишков и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение из Карачаева-Черкесии. У аграриев весна в этом году наступила раньше, чем в календаре. На полях региона уже стартовали посевные работы. Погода позволила приступить к ним уже в феврале, и это хорошее начало сельскохозяйственного года. Леонид Нечепуренко не смог отказать себе в удовольствии и тоже прокатился по весеннему полю на тракторе. Ну что, поехали! Александр Силин заводит мотор движением, доведенным до автоматизма. Механизатором он трудится уже четверть века. Год для него давно делится на неравные по напряженности отрезки. Зима проходит размеренно и спокойно. Это время отдыха и медитативного ремонта. Но стоит наступить теплу, и работать приходится буквально от рассвета до заката. Теперь так будет до самого конца осени. По 12 часов работаем. Конечно, желательно пораньше успеть в сроки. Сроки посеешь, будет все, и урожай будет.
нормально тогда все будет. Весенний сев – важнейший для агрария в период. Крайне желательно соблюсти нужные сроки и провести работы с максимальным качеством. Допущенные недочеты исправить будет невозможно. Известная пословица «Весенний день год кормит» отлично описывает сев яровых. Если урожай озимых зависит от многих факторов, от увлажненности почвы до количества удобрений, то, например, каким будет урожай гороха, зависит именно от посевной, от того, насколько глубоко семена окажутся в почве, насколько они будут защищены. Все это решается именно сейчас, буквально в эти минуты. В этом году погода не порадовала аграриев обильными осадками. Из-за этого зимы недополучили влаги. Тем не менее, 96% всходов в хорошем и удовлетворительном состоянии. А теплый февраль позволил приступить к весенней кампании даже раньше обычного. Для этого пришлось форсировать подготовку, оперативно запасаться топливом, семенами и удобрениями. Но вовремя проведенная посевная окупит эти усилия. Есть понятие в народе, есть февральские окна. И старались... из года в год попадать в эти февральские окна, наиболее раньше посеять горох. В этом году получилось так, как планировали по плану, попали в самые сроки, то, что нужно. В прошлом году мы аж в марте начали сеять. Специальная сеялка вспахивает почву прямо по соломе и помещает горошины на нужную глубину. Трактор с посевным комплексом несколько раз преодолел маршрут от края до края поля. Время загрузить новую партию семян. Правда, их цвет кого-то из зрителей может смутить. Розовый горошек – это не дизайн безвкусных обоев и не сорт душистого перца, а вполне привычная картина для ставропольских агрономов. Его сеют весной, он круглый, маленький и розовый. Что это? Люди, которые далеки от сельского хозяйства, точно не ответят на эту загадку. Тем не менее, ярко-розовые горошины – это не мутация, не чья-то гламурная прихоть. Все дело в химикатах, которыми обрабатывают семена, чтобы защитить от вредителей. Всего яровыми в крае планируют засеять примерно 1 000 000 гектаров полей. Ну а впереди у аграриев еще одно важное дело – подкормка растений. Ее проведут на площади в 1,5 миллиона гектаров. А значит, техники на ставропольских полях с каждым днем будет все больше. Прокатились с ветерком Леонид Нечепуренко и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Еще немного полезной информации для скептиков. Как рассказали специалисты, химикаты, которыми обработали семена, безвредны для человека и на вкусовые качества итогового продукта не влияют. А вот повлиять на итоги ЕГЭ теперь смогут и родители ставропольских учеников. Они на время поменяли с ними местами и сами сдали ЕГЭ. Наш край вот уже в 4-й раз присоединился ко всероссийской акции. В ходе пробного экзамена мамы и папы могли сами пройти через все процедуры итоговой аттестации. От регистрации до непосредственно тестирования. Вместе с ними дорогу к аттестату пробовала осилить Кира Рогожина. В этот день в роли учеников ставропольские мамы и папы на добровольных началах. 5-й лицей краевой столицы стал площадкой для пробной аттестации сразу для нескольких учебных учреждений города. Процедура полностью идентична той, что проходят дети, вплоть до мелочей. Вначале родителям необходимо оставить верхнюю одежду и сумки в специально отведенном кабинете. Юр, я попрошу помочь. Принципиальный момент – мобильный телефон должен также остаться в кабинете. С собой можно взять только паспорт и ручку. Ну что, пойдем дальше. Перед входом в сектор, где будет проходить экзамен, сразу двойной пункт контроля. Вначале проверяют паспорт. Пожалуйста, в раскрытом виде. Спасибо. Затем металлодетектором еще раз проверяют, нет ли каких-то запрещенных вещей. И только после этого через рамку металлодетектора проходим в сектор. Во время экзамена в секторе дежурит медик. В арсенале все, чтобы привести в себя даже самых впечатлительных родителей. На сегодняшний день у нас есть от всего для оказания первой медицинской обморочное состояние, повышение давления, снижение давления. Родители разводят по кабинетам, рассаживают за парты по одному, проводят инструктаж, объясняют, как заполнять формуляры. В этом году впервые участникам предстояло сдавать историю. На само же тестирование, в отличие от реального ЕГЭ, у мамы и пап всего полчаса. Волнение было. Понимаю о том, что слишком много надо знать уже. Вы какой предмет? История. Вопросы сложные? Да.
Вот что для вас было сложнее всего? Сочинение. По истории? Да. Вместе с родителями пробный экзамен пишут представители краевой власти и администрации Ставрополя. Ежегодно свои силы проверяет и глава профильного министерства. История мне показалась даже немного сложнее в части вопросов, в части ответов, которые предлагались в сравнении с экзаменом по русскому языку. Поэтому вечером еще для себя, наверное, зайду в интернет по части вопросов, уточню какие-то позиции. Впрочем, эта акция призвана не столько проверить знания родителей, сколько показать всю процедуру экзамена, как она есть. Задача родителей прочувствовать эту обстановку и помочь детям уже непосредственно психологически приходить на экзамен. Потому что знания они в школе получают достаточно для того, чтобы пройти собственно, процедуру и понять, что ничего страшного в этом нет. Всего в крае за парты сели 1500 человек. Примерно 1000 из них – родители выпускников. Свой единый госэкзамен вспомнили Кира Рогожина и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Номер на бланке номер 2. Это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Обязательно заходите, там много полезного. Также мы ждем ваших сообщений на номер 8-928-350-80-70. Расскажите о своей проблеме и, возможно, следующий репортаж мы снимем вместе с вами в вашем населенном пункте. Но впереди прогноз погоды с моей коллегой Яной Лукошкиной. У нее последние данные от синоптиков. Я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Какая погода ждет нас в первый понедельник весны? Расскажу прямо сейчас. В Ставрополе малооблачно. Днем плюс 7, ночью плюс 2, без осадков. В Изобильнинском и Новоалександровском округах переменная облачность. Днем плюс 9, ночью плюс 4, без осадков. В Пятигорске и Минеральных водах днем плюс 6, ночью плюс 2, пасмурно, возможен дождь. В Кисловодске малооблачно. Днем плюс 7, ночью плюс 1, без осадков. Переходим к востоку края. В Ипатово и Нефтекумске пасмурно, плюс 9, днем плюс 4, ночью. В Дивном, Буденновске и Арсгире значительная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 7. Ночью плюс 3, без осадков. Тем временем в Японии запечатлели двух гигантских сельдяных королей. Любопытно, что до сих пор кому-либо редко удавалось повстречать этих существ в паре. Пока непонятно, что побудило глубинных обитателей подняться к поверхности. Сельдяного короля также называют ремень рыбой или ремнетелом. Создание способно дорастать до 11 метров в длину. Примечательно, что сельдяной король относится к символическим представителям подводного мира. Он считается предвестником землетрясений и цунами. Но будем надеяться, что все обойдется. И рыбы просто изучали новую местность. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ.